Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Комедия «Бриллиантовая рука» вот уже более полувека остается одной из самых любимых у россиян. Поэтому неудивительно, что актеров, сыгравших в фильме даже самые маленькие роли, зрители знают и помнят. И ту маленькую девочку, которой досталась роль дочери главного героя Горбункова. Казалось бы, девочка появилась в кадре всего на несколько минут, а запомнилась миллионам зрителям. Эту белокурую девчушку сыграла на то время 4-летняя Саша Люситина. Девочка родилась в самой обычной рабочей семье, где никто никогда отношения к миру искусства не имел. И только волею случая Саша попала на съемочную площадку. Один из сотрудников киностудии «Мосфильм», друг дедушки Александры, увидевши на тумбочке фотографию 4-летней девочки, пригласил ее на пробы. Благодаря ангельской внешности девочка сразу понравилась режиссеру «Бриллиантовой руки» Леониду Гайдаю и всей съемочной группе. И, как оказалось, они не ошиблись. По воспоминаниям актеров, Саша выполняла указания режиссера, не отвлекала взрослых и не капризничала. И даже после этой крохотной роли многие прочили девочке блестящую актерскую карьеру. Но Александра Люситина выбрала другой путь. Получив аттестат зрелости, она подала документы в Московский государственный медико-стоматологический университет, после окончания которого стала квалифицированным врачом-стоматологом, и со временем Александра Борисовна стала заведующей стоматологической поликлиникой номер 28 в Москве. А потом проблемы со здоровьем появились и у самой Александры Люситиной. У женщины обнаружили довольно серьезное психическое заболевание, после чего Александре Борисовне пришлось оставить врачебную практику из-за полученной инвалидности. В 2011 году Люситину пригласили для участия в съемках программы, посвященной «Бриллиантовой руке», где она делилась своими детскими впечатлениями об актерах и режиссере. Но спустя буквально несколько недель после съемок в программе состояние Александры Борисовны ухудшилось, и она оказалась в больнице. А 25 апреля 2011 года ее не стало. Она просто вышла в окно палаты, в которой лечилась. Ей было всего 47 лет. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!